Уже около 70 лет в Люберцах работает техникум экономики и права. Его учредителем является Московский региональный союз потребительской кооперации, которому в этом году исполняется 125 лет. Учебное заведение сохраняет исторические традиции и в то же время идет в ногу со временем. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Студенты техникума экономики и права приходят сюда не только для того, чтобы получать знания, но и вести свой бизнес. Первые стартапы, реализованные в стенах учебного заведения, пользуются большой популярностью. Здесь работает буфет и мини-кафе, и на этом идеи не заканчиваются. Мы создали студенческий потребительский кооператив. Это отдельное юридическое лицо в структуре нашего образовательного учреждения. Сейчас мы открываем небольшой барбершоп и в перспективе школу английского языка. Работа никак не мешает учебе. Помимо очной, заочной и дистанционной форм обучения, здесь есть возможность заниматься по индивидуальному графику. Есть время и для труда, и для задумки новых проектов. С некоторыми из них студенты ознакомили главу Люберец Владимира Волкова. Проект «Студенческий потребительский кооператив» дает очень много возможностей в плане развития. Толчок дает для студентов, и им это очень пригодится в жизни. В дальнейшем. Один из проектов называется «Тысячи цветов любимому городу». Его суть заключается в том, что студенты самостоятельно подготовят рассаду, чтобы украсить улицы округа к 9 мая. А в честь большого юбилея Люберец состоится другая акция. Представители техникума высадят на клумбах 400 цветов. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.